Нет, да. Если мы разобьем, всегда на касание земли, да? Главное, да. Оставим насрать. Да. Ты сюда? Наближаемся. А, задача сеть. Это здесь обычно. Сейчас я скоро сброшусь на шару. А что у них по 10 каких? Конечно. Стационарным пуликом. Теперь. Работать мы не... Я вроде в камнях даже противника вижу. Я машинку вижу. Вижу, да, и на вышке, на вышке делаю за вокруг облет и ко мне посмотрим. Бейте либо лидера, либо всех. А бункер этот проверяли, нет? Слева, который. Нет. 320. На 60, дома машины. Сейчас я залезу в камни, у меня пулемет с оптикой, я могу пострелять. Ну-ка, пошли. Бункер не наблюдаю. Шакашку вижу сейчас. Ну. Черт, изберешь хреново. Машинка красная выбита, нет? Прием.
там вперед, у кого желтого дыма. Рядом со мной кто-то высадился, сестра. Какой вышки? Много вышек. Там, где был чувачок, он. Один возле красной вышки ранен. ГБшка. Да, по-моему, по своим было. А, окей. Просто враг вот такая звездочка или маленькая красная. Маленькая. Нет, Проданная или именно большой? Большая такая, большая, самая высокая. Ну я в нее сейчас запустил. Понял. Это? Вот в камнях от вышки на запад. Это что меня ГБшка? Да это так, нормально. Я только зайца вижу здесь. А это подыграничек. Игорь, наш кто-то подходит, а вы, видимо, ты нет? Да я подхожу. А, понял. Я вот на дымящейся машине, там спать не работает. Не работает. Стягивайтесь, давайте, чего там будете сидеть? Спецы, мне скорее всего взорвали машину сейчас. Стягивайтесь, давай. Да, идем. Все? Мне камень ногу сломал, что за камни? Ты залазишь на камни. Пацаны, которые двое на горе, возле вышки, справа от вас противник где-то строит. Вы его еще не сняли? Чего ж так трясётся? Куда он бьет? Под забором. Я в палатке. Он под забором.
Где сарай, что ли? Где сарай, да-да-да. Бля, прям в камень, когда он попадает. Не вижу ни хрена. В этом маленьком бункере, что ли, кто-то сидит? Да. Под вышкой красных зон. Враг, да? Высокая вышка с антеннами? Красная, с радарами. Ну, так это мы тут. Про эту. Нет, чекни, там мы. По-моему, он все. Нет, он жив. Притык был? Да. Недолёт. Вообще, вот сейчас я этого гада в бункере давлю, могли бы подойти как-нибудь со стороны, или там поле открыто. Гад. Сколько? 250 бравого попал вроде. Не долетел сейчас, чуть-чуть. Я там... Чуть-чуть не долетел, да? Да. Сейчас. Все живы. Про какой? Я про маленький, который такой шестиугольный. Сверху, если смотреть на него. Не шести, он даже больше. А хотя шесть. А вообще, по-моему, там чувак маслину славил, он мог слезть. Отлично.
Я кого-то даже убил. Бегают во всякие блоки.